На парламентских выборах в Израиле, вопреки ожиданиям, побеждает партия Ликуд под руководством премьера Бенемина Нетаньяху. Аналитики прочили ей сокрушительное поражение. Однако, как посчитали израильские СМИ, опираясь на предварительные итоги голосования, Ликуд может опередить оппозиционный сионистский лагерь на 5 мандатов. При этом, по данным опросов, на выходе с избирательных участков политические соперники претендовали на равное количество мест в Кнессете и уже объявили о начале формирования коалиции. Окончательные результаты выборов должны быть обнародованы до 25 марта. Стоит добавить, что лидер оппозиции в случае своей победы обещал восстановить отношения с США, которые в последнее время заметно остыли, и возобновить переговоры с палестинцами. Нетаньяху, в свою очередь, заявлял, что не допустит создания палестинского государства.